Отсюда не видно. Вот это все усыпано черешней. Камера не передает эти. Вон, вон, сейчас вам приближу чуть. Вот, вот. Полностью черешня. Дерево усыпано. Если собрать пару тонн, выйдет. Очень хороший сорт. Вкусный. Черевичня. Еще приближаем. Очень красивая. Не знаю. Его и не прорежают, и не обрезают эти деревья. Полностью усыпано вон. Смотрите наверх. Полностью. Его никто не собирает. Вот это все падает. Сейчас вам покажу поближе. Полностью усыпано. Красота просто неописуема. Вот висят. Мы уже покушали, наелись. Очень красиво. Дерево очень большое. Высотой приблизительно где-то метров 10-12 высотой. Ширина где-то у него 8-9 сантиметров ширина. Смотрите, какая усыпанная черевичня. Усыпана просто. Красота. Жалко, что это не собирают. И собирать никому не дают. Просто усыпано. Очень вкусное. Сейчас подойдем сюда внутрь. Просто на каждой ветке по килограмму два. Просто. Усыпано черевичня. Чуть не упал. Скользкое. Вредитель. Обвязал все дерево черевичней. Смотрите. Полностью до самого верха уничтожает дерево черешни. Оно еще пару лет выдержит, потом оно сгниет. Вот тут снизу, видите, она чуть светлая, потому что солнечные лучи не попадают. А вон там черная, как вино молдовское. Вот там вообще песня. Вот там, смотрите, что происходит. Ветки усыпано. Усыпано. Уже наелись, уже не влезает. Вот она таким цветом некрасивым, да? Она уже очень вкусная. Сейчас вам покажу другой. Очень вкусная. Приятного аппетита. Вот ветка. Идет, 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 идет. И начинается все красота. Смотрите, усыпано просто. Можно с ветки кушать. Усыпано очень красиво. Не знаю, что с этим делать. Спросить, поинтересоваться. Можно купить это дерево. Собрать даже 50 под на 50 под реализацию взять. Просто усыпано. Вот внутри. Не знаю, пару тонн железа есть. Очень вкусно. Сейчас центр дерева. Само дерево очень большое. За ним никто не следит. Оно само по себе растет. Как говорится, без ГМО. Наши лестницы. На одном ряду два человека. Персик. Полно. О, сколько. Усыпано.
Вы любите черешню? Вишня тоже вкусная.